Пока. Готово? Готово? Что? Опять завышенная талия? Да вы заколебали с этой модой! Всем привет, меня зовут Алена, и я все еще в поиске идеальной диеты. Сегодня вместе со мной предлагаю вам протестировать диету от индейцев племени майя, чья кровь, по слухам, течет в моей крови. Смысл диеты, что ту еду, которую вы можете сжать кулаком, употреблять в пищу не стоит. Итак, приступаем. Дай мне огурец. Итак, берем огурец, берем руку, кладем в руку, сжимаем. И что? Жать не удалось, поэтому делаем вывод, что огурец можно кушать. Делаем вывод, что огурец можно кушать. Это крекер. Крекер есть нельзя. Это суш. Сушку есть тоже нельзя. Это кошачий корм. Ну что, друзья, кошачий корм не сжимается, придется его есть. По вкусу как кошачий туалет, выглядит так же. А на упаковке вообще написано отруби. Это сосиска. Сосиска должна сжаться, поскольку мне тренер сказал, сосиски жрать нельзя. А спонсор этого выпуска? Жирновский мясоконсервный комбинат. Жри сосиски, радуйся жизни. Пипец, я с этими диетами, блин. Там вчера того-то. В гулице тоже даю. Я так больше не могу. Так может нефиг было арбуз на ночь жрать? Арбуз на ночь жрать. They say into your early life romance came and it night came and it night came and it night came and... Ну так представь, свет отключили, все, троллейбус встал. Мне пришлось пешком идти две остановки. Так вот прикинь, Яндекс.Такси меня заблокировал, а Uber вообще отказался 100 метров вести. Говорит, иди пешком. Готово. Первый век не могут придумать, чтоб не воняло. Ну что, братья месяцы, что же вы мне принесли? Я июль, я принес солнце и жару. А я август, я принес урожай. Здравствуйте, кур. Я принес депрессию. Так, куплю стрептоцид, аспирин, алахол. А если повезет, то еще гематогенки будут. Да забегу быстренько, только за витаминами для волос. Блин, а витамины? Резко так зайду и сразу скажу, дайте вон те. А если она спросит вам с крылышками, а очередь услышит? О, можно спросить, а у вас есть эти? Ну, эти.
Ивановна, я заболела, на работу не приду. Да, сейчас вызову врача, чтобы больничный оформить. Любимые мои подписчики, я очень сильно заболела. Все, кто хочет меня поддержать, поставьте лайк на последнее фото. Всем привет, меня зовут Алена, и сегодня речь пойдет о желтых зубах. Но у меня их нет. Хватит врать, лучше расскажи подписчикам, как ты борешься со своей желтизной. Первое правило, фотаемся всегда с закрытым ртом, даже если смешно. Если вас все-таки угораздило улыбнуться, используем фотошоп. Пользуемся отбеливающей зубной пастой. Интересно, есть в мире человек, которому реально помогала зубная паста? А ты не пробовала их отбелить? Ага. Столовая сода, уголь активированный, перекись водорода, древесная зола. Что останется от моих зубов? А на салон у меня денежек нет. Господи, какая ты непродвинутая. На, отбеливающие полоски по супер цене. А сейчас-то что не так? Отбелиться-то они отбелились, а как зубы были кривыми, так и остались. Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Вот и лето прошло. Какие вы счастливые, вот и мне бы скорее таких деток. А ты до себе детей не планируешь? Я? Ну нет, когда? У меня утром тренажерка, потом работа, вечером английский. А на выходных эти? Курсы саморазвития. Ну наконец-то своя квартира. От завода. Ну наконец-то своя квартира. В гребаную ипотеку. А ты на сколько пленку брал? На 24 кадра. Вот тут тогда еще сфоткай. Вот сфоткай, чтобы живота не было. Ой, да я сама. Перестаю дышать. Звук. Не то. Чем такое съесть, чтобы похудеть? Снова от меня ветер злых перемен. Тебя уносит, не оставив мне. Bounce, bop, 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 bounce, bop, 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 bounce, bop. А ты как похудела! Мудрый вообще охренел. Жопа висит 310, чем 10 колоду? Я ему жри, что дают, а он сама жри свои яйца. Я мясо хочу. Помнишь Катьку анорексичку? Умерла. Тихуй, что пол не помыла. Сам иди да помой. У тебя инстаграма нет, лайков никому не надо. Заткнитесь! Бесят орущие дети. Это же твои дети. Будут у тебя свои дети, будешь меня учить. У меня вообще-то была собака. Да то же самое. Подержаться ж не за что. Ходит на свою работу, типа устал. То ли дело я, в тренажерку сходила, в солярий сходила. Сегодня вообще весь день на Алиэкспрессе просидела. А интересно, их можно пересчитать?